Многих родителей и педагогов волнует вопрос, почему современные дети мало читают. Причин называется несколько: ускорение темпа жизни, получение информации из интернета, наличие возможности в любое время организовать просмотр фильмов и тому подобное. Также многие детские психологи ссылаются на то, что и современные родители тоже перестали читать книги. Казанский федеральный университет и Московский государственный университет имени Ломоносова вместе создают проект о том, как же научить детей любить читать. Наша страна была самой читающей страной. Читали и взрослые, читали и дети. Дети засыпали с книжками на руках. Сегодня ситуация иная. Научно-технический прогресс, компьютерные технологии, компьютерные игры сделали так, что вытеснили книгу из детского мира. И это очень беспокоит президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И под его патронажем сейчас создается концепция детского чтения. В ней участвует Московский государственный университет, Казанский федеральный университет и ряд ведущих университетов нашей страны. Люди перестают мыслить, когда прекращают читать, и это, безусловно, правда. Без чтения ребенок не расширяет свой запас знаний, не нагружает мозг так, как нужно было бы. Все благодаря тому, что книга обучает культуре ума, принуждает глубже мыслить, тренирует внимание, наполняет память и дисциплинирует ум. Это будет совершенно новый список текстов. И в этих списках будет как классическая литература, так и современная литература. Кроме того, эта концепция будет разрабатывать и методику, методологию, технологии современного чтения, потому что мы понимаем, что ребенок сегодня читает с планшета, что он уже рождается, умея работать за компьютером. И поэтому, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы ребенок читал бумажный вариант книги. Совсем скоро на нашем телеканале выйдет цикл передач, посвященных тому, как же научить ребенка любить читать. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.